Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о древних раскопках в Перу. Подсобрал еще информации. Есть такие, что опубликовал фото, есть такие, что еще ни разу мной не опубликованы. Я покажу древние фото раскопок различных перуанских мегалитических сооружений. Там будет Мачу Пикчу, Тиванаку, немножко Тенка, совсем немного. Ну, Куско и окрестности, и Сексуаман, по-моему, немного, и еще немного фото различных древних, там, Чинченеру, еще какие-то древних писак и еще древних сооружений. Вот, во времена раскопок, как только их обнаружили. Некоторые фото мной публиковались ранее, некоторые не публиковались. Еще параллельно я покажу немного современных фото этих же мегалитических сооружений Перу. Будет показана полигональная кладка, так называемые кнопсы на каменных блоках, различные мегалитические каменные блоки. И именно чем они интересны, это какими они были, когда первые европейцы прибыли туда и увидели эти мегалитические сооружения и начали там, ну не то что даже раскопки, а расчистку этой местности, так как это все было заросшее кустарниками и деревьями, начали это все расчищать и проводить первые раскопки. Все остальное вы видите дальше видео. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.